Так, уважаемые подписчики, гости моего канала, все, кто смотрит, всем привет! С вами я, Дима, и канал «Владелец аквариума». Сейчас вы видите на моей креветочной, так сказать, ферме вот водопад. Немножко я его апгрейдил, так сказать. Тут добавились буцефаландры, сильвер паудер, прям заросли я сделал. И посадил сюда фикус памела, как-то так. Вот, плюс мох, который с улицы я принес, вот видите, в уголку, он начал прорастать. Но сейчас не об этом, это небольшое отступление, так, в виде приветствия. Значит, что будем делать сегодня? Захотелось мне запустить классический аквариум, практически классический, то есть простые рыбки, простые растения. Вот возьмем вот этот кубик, отсюда я выселю всех креветок, которые есть. Их тут немного. Вот сюда, тут общий кубик, тут рак один живет и еще какие-то креветки. Вот, и поселим сюда новых жителей, поставим сюда фильтр, грунт и питательную подложку. Значит, что будем использовать? Питательная подложка, вот что у меня осталось. Акваеровская, я ее не покупал. Купил угловой фильтр. Я думаю, хватит такого фильтра Сан-Сан. Цену вот вы можете увидеть. Так. Также я купил самые неприхотливые растения. Ну, одни из них. Одно из неприхотливых, прошу прощения. Это эхинодорус нежный, 10 кустиков. И один кустик валиснерии спиральной мне подарил продавец за оптовую покупку. Ну и самое главное, жители, кто здесь будет жить. Вот они сейчас немножко нервничают, ну, я сейчас их в ведро пересажу. Это вот такие двуххвостовые или вилочные меченосцы, самец и самка. И три улитки, ампулярии. Вот. В принципе, пока на этом все. Ставим на паузу. Вот, процесс замены воды и всего остального постараюсь заснять. Возьмем немножко воды с этого аквариума в ведро для того, чтобы еще нос пока сюда пересадить на время. Эту же воду выливать я не буду, мы ее используем для, так сказать, запуска аквариума, так как вода уже старая. Думаю, 10 литров такой воды хватит, остальное обновить. Плюс может быть еще с фильтра, с губки выжимков добавлю сюда. Там 10 литров хватит. Меченосцев помещаю в ведерко, пусть акклиматизируется, потом разрежу пакет и помещу их в ведро.
Тима, тебе тряпку надо. Что ж ты мне сейчас сказала, вот тряпка. Не полосировал как раз, чтобы ты босиком. Левая. Вот эти? Мореночек. Формоза. Формоза. Так вот там я видел, формоза, она тоже одни или что? Да, да. Они живородящие. Так. У меня тут ножницы есть, еще нету. Ну, они же вроде больше было, да? Кого? Формоз. Ну, старые, наверное, подохли. Да, они еще долго не живут? Не знаю, ну, я же их крупных брал. Так а в этом, где цихлит, там же тоже вроде малюк один есть или нема? Есть, да. Ну тут? Да. Ну да. Вот малек тоже есть. Так а он от кого? Ну там же тоже я взрослую одну садил. Они. Итак, получилось то, что получилось. Вот такой вид у классического аквариума новичка. Единственное, что тут я применил не классический гравий, а крошку лавы. И использован остаток питательной подложки для того, чтобы эхинодорус нежный, его лиснерия спиральная, росли нормально. Так, меченосцы сейчас немножко в шоке. Вот они прячутся там. Самец вот он такой, как раскраска кои, белый с красным, сам у кого-то она выпала. Она полностью красная. Кстати, видите, вот они любопытные.
Я подошел с телефоном. Самка выплыла поинтересоваться, кто же это. Улитки начали осваивать территорию. В общем, кому понравилось, ставьте лайк. Кому не понравилось, ставьте дизлайк. Кто хочет увидеть его через пару недель, пишите комментарий. И я сделаю видео, посмотрим, что произошло через пару недель. Как прижились меченосцы, как прижились растения. Вот. Также, кому интересно по водопаду, может более подробно, какой-то коротенький ролик, также пишите, снимем. Вот. На сегодня все. Всем пока.